Всем привет, с вами Настя, и наконец-то я достроила дом Елены Гилберт в Sims 3, как и обещала. Сразу скажу, что удалось это мне немного нелегко, в плане того, что не тянет мой компьютер Sims 3, и поэтому сразу хочу извиниться за немного низкую графику, потому что бесконечное неожиданное вылетание игры в самый неподходящий момент, ну в общем, я от этого очень устала, пока строила, поэтому пришлось пожертвовать графика. Еще у меня тут такой сюрприз, когда я зашла сегодня, смотрите, какой сюрприз. Я что только не делала, вот это безобразие, вот этот белый непонятный объект, он не исчезает. Ну, тем не менее, я не сдавалась и достроила дом до конца. Кстати, да, я досмотрела третий сезон. Так, здесь у меня персонаж покушал, грязную тарелку оставил. Ну, ладно. Смотрите, и там я увидела вот эту комнату, которую так нам и не показывали, но я увидела, что там стоит вот такой большой стол, и вот здесь столик такой, под цветы, под светильники, ну и, собственно, больше ничего я не увидела. Наша гостиная знаменитая, с вот этими колоннами, самый яркий, да, атрибут гостиной — эти колонны. Так, вторая гостиная, ну или это больше, наверное, на кабинет похоже. Что вообще касается строительства Sims 3, намного легче передать цветовую гамму благодаря редактору стилей. Можно вообще любой предмет перекрасить вообще, как тебе удобно. Так, ну и кухня, да. Но чего мне здесь не хватало, особенно в строительстве кухни, так это то, что нельзя Ой, прошу прощения, так что такое... То, что нельзя поднимать предметы, да, с помощью клавиш и увеличивать их. И поэтому кухня, на мой взгляд, мне кажется, наименее похожа получилась. Но тем не менее, да, вот, она вышла такой же беленькой, светленькой, как мне и нравится. Так, да, кстати, почему я не показываю в режиме Tab, да, глазами Сима? Потому что это тоже здесь почему-то у меня такая проблема возникла, что камера начинает вообще куда-то, не знаю, улетать, спешить. Поэтому я решила прокомментировать вам в игровом режиме, ну а потом вы уже разглядите все получше глазами Сима. Так, давайте на второй этаж отправимся. Кстати, здесь у меня получилось построить лестницу с пролетом, да, тоже благодаря коду, то есть вводишь код, есть возможность строить фундамент выше первого этажа. Благодаря этому вот получилось построить такую лестницу с пролетом. В Sims 4 такой возможности нет. Так, ну вот он коридор, да, второго этажа, и сразу давайте отправимся в комнату Елены. Да, я вот, кстати, говорила, что нет возможности здесь поднимать предметы, поэтому туалетные столики в ее комнате, на мой взгляд, получились немного пустоваты. Так, что опять такое за безобразие? Ну, вот, собственно, все получилось практически так же. Да, кстати, здесь есть в третьем Симсе кресло-качалка. Оно немного не такое, но перекрась его в белый цвет. Но получилось вот таким. И картина, да, вообще огромная картина с конем или с лошадью над ее кроватью. Вообще здесь очень много таких картинок с лошадьми, но я почему-то выбрала такого единорога. Он так-то вписывается в такие нежно-розовые стены. Поэтому решила оставить единорога. Кстати, вот здесь у нее стоит такой что-то вроде сундука или банкетки. Она в некоторых сериях есть, а в некоторых ее нет. Ну вот в варианте дома в Sims 3 я решила поставить вот такой вот сундук. Так, ну и ванная комната. Такая общая у них ванная комната с Джереми. Получилось вот такое у меня. Кстати, здесь очень огромные полки. В четвертом Sims они поменьше. Так, ну и переходим к комнате Джереми. Как я уже говорила, да, нет возможности поднимать предметы, поэтому не удается сделать обстановку такую а-ля бардак немного. Кстати, вот здесь у него в углу в сериале вообще стоят лыжи. Но в четвертом Симсе я там поставила биту. Здесь хотела поставить сноуборд, но он только, ну, его нет возможности поставить. Поэтому поставила ему, ну, рюкзак такой.
как будто бы он где-то бегал, занимался спортом и бросил там свою сумку. Так, и комната Дженны. Она практически такая. Вот у меня здесь персонаж вздремнул немного, оставил грязную одежду. Так, вот комната Дженны. Немножечко я ее по-другому сделала, добавив вот здесь вот мебели, книжных полок, кресла. И я сделала совершенно другую ванную комнату, чтобы не сильно повторяться, потому что она в сериале-то как бы, в общем, и не показывается. Ну, так, для разнообразия я сделала немного по-другому. Вот такой у меня душ, да, полностью за стеклянными окнами, за стеклянной дверью. Да, и комната родителей Елены тоже она... Ну, по крайней мере, я, досмотрев до 4 сезона, я ее не наблюдала в сериале. И я здесь тоже сделала немного по-другому. Ну, не немного, а совершенно по-другому, не так, как в 4 Симсе. Ну и, собственно, ванная комната. Давайте-ка я вот так сделаю. Что-то я забыла. Ну вот таким получился дом Елены Гилберт в Sims 3. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и предлагайте свои идеи для строительства. Благодаря вам, моим зрителям, я открываю для себя какие-то новые фильмы и сериалы, до которых мне руки раньше не доходили посмотреть. Всем пока! С наступающим Новым годом!